в ту или иную организацию, когда приходишь или сталкиваешься с людьми, от которых зависит твоя жизнь, твое благополучие, твое сегодняшнее состояние, и понимаешь, что ты не можешь решить свои проблемы без того, чтобы не зайти справа или слева и предложить мзду, вот тут элементарный случай коррупции. Это, к сожалению, везде и всюду. И коррупция во всем. Ну, вот вы знаете, вот у меня сейчас идет очень неприятный момент. У меня идет борьба за вот мою федерацию, кинологическую, Российскую кинологическую федерацию, которую хотят разрушить, которую хотят уничтожить и не дать провести чемпионат мира 2016 года, за который мы боролись. Огромная организация. Но человек, который инициировал все эти дела, я сейчас не буду называть его имени, он занимает достаточно высокий пост. Вот. И он использует все свои рычаги, возможные и невозможные, по всем силовым структурам, Минюст, прокуратура, УБЭП, Следственный комитет. Он контролирует эту ситуацию, понимаете? Вот мне приходится, вот я с ним столкнулся, и приходится, я понимаю, что все это не просто так. Это тоже вариант коррупции.